друзья, смотрите, есть у нас такой вот холодильник, модель вы видите на экране, его спецификацию. Вот, и у него очень частая проблема при пропадании напряжения в сети и последующем его возобновлении. Холодильник перестает нормально функционировать. Во-первых, вот этот вот экранчик, на нем выбивает постоянно ошибку, и никакое выключение в дальнейшем, перезагрузка его, вот, ничего не помогает. Вот. Но есть одно решение. Я вам сейчас покажу, что нужно сделать, и у вас все получится запустить этот холодильник заново в работу. Вот я вам покажу вот такой вот холодильник. Может, кто узнал. Вот такой Samsung. Модель вы видели. Значит, что нужно будет сделать? Есть у него вот задняя крышка. Ее снимаем. Откручиваем. Там несколько болтов. Откручиваем. И заглядываем вот сюда. С левой стороны. Вот такой штыкерок. Вот этот вот. Вот этот штыкерок. Вот. Что в таком случае, если он не запускается? Включили холодильник в сеть, чтобы он работал якобы. Вот. И при работающем холодильнике выдергиваем вот этот штекер. Ждем буквально 10 секунд и вставляем его обратно. Все, ваш холодильник запустится. Вот. И вот это табло будет снова функционировать правильно. Все кнопочки будут нажиматься. Все будет работать. Все, всем спасибо за внимание. Кому было полезно, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Всем пока.